10 марта на базе спортивного комплекса Ташкентского государственного транспортного университета состоялся третий тур студенческой лиги по баскетболу 3x3. Третий тур лиги собрал 11 студенческих коллективов. Все команды старались играть в комбинационный баскетбол, прощупывая слабые стороны соперника, стараясь бить в самые уязвимые точки. Итоги соревновательного дня расскажем в сегодняшнем сюжете. Абсолютными победителями тура стали ребята из Stars University. Серебро у команды Webster. Бронзовый результат у коллектива Stars University 2. Самым результативным игроком стал Едгоров Мухаммаджон из команды Webster. Он набрал 44 очка за соревновательный день. Финальный четвертый тур лиги состоится 31 марта. Ознакомиться с финалистами можете по ссылке в описании к этому сюжету. Смотрите прямые трансляции баскетбольных соревнований на нашем YouTube-канале. Благодарим за поддержку наших партнеров – Ташкентский государственный транспортный университет, спортивный клуб Ташкентского государственного транспортного университета, а также производителя отопительных систем «ТМО-ГАЗ».